Junta como que sería otra. Sí. Дерево, смотри, как сделали, интересно. В форме сердца. И остров. На, ну, похоже. Повернутые на проводах. Как моя жена назвала это остров таверн, оливок и проводов. Ну, проводов вот, потому что все-таки без электричества сложно жить. И вот, конечно, такие виды портятся вот такими проводами. Ну, еще раз хотел показать наш завтрак. Вот завтрак. Каждый день один и тот же. Вот. Вот он такой. Сейчас еще покажу вам гору, которая здесь открывается. Ну, здесь, конечно, такой отель с очень красивым видом. Вот. Смотрите, какая гора. И тоже, опять же, провода с проводами. Ну и до моря, в принципе, несколько метров. Метров 100 где-то, я бы так. Парковка большая внизу. Вот еще раз. Ну, еще напоследок решил заснять наш апартамент. Как они выглядят со стороны. Вот зона отдыха, что на первом этаже, что на втором, балкон. Телевизор маленький, рабочий. Апартаменты просторные, холодильник, плита, тостер, чайник,
мойка, принадлежности. В общем, все есть. В Греции, как говорят, все есть. Ну да, травки такие симпатичные. Травки, бассейн. Красиво. Вот тут реально красиво. Классно, да? Бассейн еще и море. И походу выше морская вода. Так думаешь? Ну, другая очистка, это другая. Ну да. Не, вообще классно. Место. Грек-отель.
Сейчас парашютист появится.